Это в садике музыкальный зал такой классный, большой. Здесь и праздники проходят. Пианино. Там матрасы такие толстые, на которых они прыгают. Здорово, здесь они занимаются. Вадимка побежал у меня за перчатками. На батарее где-то, что его? Ребята, всем привет! У нас наступили холода, вообще холодина. Вот прошел праздник Крещения Господня, и все, и дубарина началась. Сейчас вот еще более-менее около 20, а ночью обещали до минус 35. Завтра будет минус 35. Вообще такая холодина. Ну, естественно, я в садик, конечно, не поведу Вадимку. Тут застыть можно, даже и машина не заведется. У нас минус 35, если будет. Вот. А сейчас мы с Юрой ездили. Сейчас он пока за хлебом пошел. Сейчас мы ездили в Фаберлик. Я получила, дома покажу, шортики для Вадимки заказывала, для спортивной школы. А то он у нас ходил в последнее время. Ну, я видео как-то снимала, показывала. Он там в зелененьких, зеленых шортах. А надо, чтобы были черные, сказали сейчас строго. Черные шорты и холодно. Вот, съездили, получили, в общем, заказ в Фаберлик. И еще сейчас я по дороге заехала, купила себе наконец-то базу Vivienne Sabo, базу для век. У меня когда-то давно такая была, она закончилась, ну раньше в баночках были, да, сейчас ее убирают уже с производства, и сейчас вот такая вот жидкость в таком тюбике. Сейчас буду дома тестировать, завтра буду уже тестировать, и потом уже расскажу, хорошая нет. У меня есть база от Lancôme, но она уже такая уже старенькая стала, вся уже подсохла, ну, больше года ей уже, нет, ей сколько, ей уже, наверное, полтора года, все, уже срок годности, наверное, закончился, там ее, и то ее немножко осталось, все, она уже не распределяется нормально по векам, кусками, и, в общем, я купила себе новую, столько радости. Вроде такая маленькая штучка, стоит недорого, ну 200 рублей она у нас стоит, да, копейки вроде истратила, а столько радости вы не представляете. Я сейчас стараюсь на себе экономить, косметику очень мало покупаю, так как Фаберлик бесплатно все это, да, подарки еще дарят, девчонки, вам спасибо огромное за то, что посылаете, да, по ссылочке что-то, да, отправляют, так что стараюсь на себе экономить, уж трачу только на детей, там, да, что-то для дома нужное. Юре там что-то, а сама уж стараюсь обходиться китайскими вещами, там что отправят, в общем, вот так, так и живем. Столько радости сегодня купила, но это у нас нет, Фаберлик нет базы для век, поэтому у нас-то просто есть, как сказать, да, основа под макияж, но это не то, мне надо вот именно для век. Сейчас приехали домой, у нас Кирюшка занимается с другом математикой, сидят опять там решают, папа у нас зашел домой, покушал и поехал. Друг его вызвал, машина заглохла, что-то с машиной случилось, он поехал помогать, вытаскивать машину. В общем, застряла где-то машина, и надо вытащить ее. Вот он поехал. А мы с Вадимкой здесь сидим, чтобы им там не мешать, они там сюда отрешают. Мы здесь сидим здесь, чтобы не отвлекать, да? Вот, она пришла, унюхала. Мы решили сегодня приготовить рыбу. Решили целиком ее приготовить. Просто добавляем укроп сушеный, перец черный и петрушка сушеная. Сейчас я просто это все обсыпаю ее рыбу, добавлю соль. И здесь у меня вот еще шампиньоны. Шампиньоны хочу добавить. Муж говорит, вот недавно купили, говорит, что они у нас лежат, давай попробуем добавить. Мелко порежу и тут их тоже немножко добавлю. Не знаю, что получится. Мы решили все-таки обжарить сначала шампиньоны на сковородочке, обжарим в масле. Еще сейчас мы лук режем, кольцами нужно нарезать. И, в общем, сначала лук кольцами нарезать, потом шампиньоны сверху. Еще сметанкой тут полить нужно. И вот потом сыр попробуем сейчас натереть. У нас плавленый сырок, не знаю, натерется, нет. И потом еще сверху сыр. В общем, вот что-то такое придумываем. Потом обязательно вам результат покажем. Так, мы уже тут пожарили с Юрой грибочки наши, поджарили. Лук нарезали кольцами. Сейчас нужно лук сверху посыпать кольцами, как-то распределить красиво. А сверху наши грибочки. Вовнутрь еще надо, сейчас еще положим. Наверное, не буду я закрывать фольгой. Так, оставлю, в общем. Можно лука побольше, мы любим лук. Поэтому делаем больше. А сейчас я еще вовнутрь столкаю лук и сверху грибочки. Так, грибочки мы уже положили сверху. Сейчас нужно нам залить это дело все как-то сметанкой. Решили сметанку добавить. И поверх сметаны мы будем уже добавлять сыр. Вот на терочке сделали.
Так, все, я смазала сметанкой. Сейчас мы будем сыпать сверху сыр. И все это в духовочку на 180 градусов. Сыра что-то у нас много получилось. Лишь бы все это приготовилось хорошо. Все, наша рыбка готова. Сейчас мы будем садиться ужинать. Вот такая вкуснятина. Она у нас поджарилась. Мы ждали специально, чтобы она поджарилась немножко. Чуть-чуть там Юра попробовал с краешков. Говорит, все, рыба пропеклась, все нормально. Готовили мы ее примерно 30-40 минут. Это у нас горбуша. Вот целая. Без головы была, без внутренностей. Все, обрезали только хвост, обрезали тут. Решили запечь, и очень вкусно получается. Вкуснятина. Можно, конечно, нарезать кусочками сделать, но мы решили так сделать. Мы сначала делали в фольге, закрыли в фольге, чтобы она немного там внутри пропиталась и приготовилась. А потом уже открыли, чтобы она поджарилась. Все, садиться будем кушать. Всем приятного аппетита! Вот, ребята, я специально тут отрезала, показать вам. Вот, чтобы видели, видите, все пропеклось. Естественно, конечно, есть посередине кость, но это не страшно. Здесь сверху снимаете, кость остается посередине. В следующий раз мы купим филе и точно так же сделаем. Ребята, у нас шатается первый зубик. Скоро, наверное, выпадет. Да, Вадимка? Вообще у нас еще ни разу они не выпадали. Нам 5 лет, но зубики пока все на месте. Че, Зайка, покажешь, какой зубик у тебя шатается? Okay. Покажи. Вот, ой. Ладно, жди, когда выпадет. Мы сейчас только что помылись, поэтому мы такие тут лохматые. Как, боишься ты? Боишься, что зуб выпадет? Ну, ничего не страшно. Только ты мне сразу скажи, как у тебя зубик выпадет. Ты мне маме покажи, ладно? Все. Зубик уже выдернули, да? Ну все, с первым зубиком тебя. С утра уже выпал зубик. Ребята, у нас наступили очень сильные холода. А мне сейчас надо ехать на почту. Я не знаю, заведется машина или нет. Юра пошел заводить машину. Если заведется, то мы поедем. Мне нужно на почту отправить моей клиентке, отправить товар, одежду. Если кому интересно, кто еще не знает, у меня есть в Инстаграм две странички. Одна это личная, просто фотографии меня, моей семьи, а вторая страничка, я продаю одежду, которая мне не подошла по тем или иным причинам, не подошла, и я продаю, конечно же, очень дешево. Вот эти брючки, которые у меня были на моей страничке, черная с полоской, с лампасами, я продала за 300 рублей, а на сайте они стоят где-то около 1500. В общем, все недорого. Подписывайтесь на мою страничку. Вот, сейчас, если машина заведется, то поедем на почту и, наверное, может быть, что-нибудь еще купим. Мы вчера готовили рыбу. Нам очень понравилось, и мы хотим, наверное, еще поискать, купить рыбу. Кстати, рыба-горбуша, вот, которую мы купили, там было очень мало костей, просто посередине только кость. А я сейчас хочу найти, попробовать вообще без костей филе купить горбуши и точно так же сделать, как мы вчера готовили. Кстати, я только что тоже снимала конкурс, новый конкурс на моем канале. В этом году уже второй конкурс выходит, так что если кто еще не видел видео с конкурсом, здесь ссылочка высветится, переходите и участвуйте в моем конкурсе. Девочки, я, кстати, потестировала сегодня базу для век от Vivienne Sabo. Вот эту вот новиночку. Немного, конечно, необычно, потому что она, как примерно, как корректор, да, выглядит. Она необычно, немного необычно для меня, потому что она жидковатая. Если с моей вот сравнить от Lancôme, у меня сейчас открою. Вот от Lancôme, и у меня раньше от Vivienne Sabo тоже было, они густые были, вот в таких баночках, а сейчас вот они, видите, такие, ну, жидковатые пошли. Ну, в принципе, нормально, тени держатся на мне. Хочу показать вам тени, как на мне держатся сегодня, вот это на эту базу. Все в порядке, время у нас сейчас 8 час, тени на месте. Вот в 10 утра их нанесла макияж, и время 8 час уже, все на месте. Все в целости, в сохранности, в общем, база более-менее нормальная. Вот я на руку нанесла. Вот видите, она такая мокрая, не густая. Вот это новая база для век. Вот она такая жиденькая. Вот ее распределяете по векам, она подсыхает, впитывается. А эти, у этой плотное нанесение, такое густое. Ну, будем привыкать к таким. Ребята, у нас на улице сейчас минус 28 градусов. Мы решили вечером сходить с Юрой в магазин. У нас закончились фрукты и хлеб заканчивается.
А завтра сказали, будет днем минус 35, поэтому мы решили сходить сейчас, все купить на завтра. Покушать взять, чтобы завтра никуда не ходить. Дети, конечно, естественно, не учатся в такую погоду. Минус 30, никуда. Ребенка не отпускаем, и в садик Вадимку тоже не возим. Зачем? Дома все сидим. Сейчас идем в магазин. Зачем? Дома все сидим. Сейчас идем в магазин, в общем. Да, космос. Круглосуточный он у нас. Мы уже вышли из магазина. Купили деткам фрукты. Сок еще взяли. Яблочный. Дай я покажу. Бананы, апельсины, яблоки. Мандарины. Мандарины, да. Что-то ты сегодня добрый, решил показать. Ой, настроение просто хорошее сегодня. Не знаю почему. Потому что холода наступили. Да, потому что холодно, мы дома все. Так здорово, когда все дома. Сейчас еще вот в этот магазинчик зайдем. И все, и домой. Ой. Из магазина вышло так тепло, кажется. Нормально. Не сильно холодно. Терпимо для нас. Ты застываешь? Мы сегодня решили постряпать пирог. Вот приготовила этого пирог с картошкой, с фаршем, с луком. Сейчас буду ставить духовку. Немножко тут поднимется, отдохнет, как говорится. И в духовку пойдет. Духовка как раз сейчас нагреется. Все, наш пирог готов. Сейчас мы будем садиться кушать. Сейчас разрежу, проверю все. Но он должен приготовиться точно 60 минут, и он точно готов. Это я сверху маслом еще помазала и зажарился. Все, мы уже там пол пирога съели. Вот, смотрите, все приготовилось. Все нормально. И картошка пропеклась. Картошка, у меня сегодня была слой картошки, фарш и сверху еще картошки немножко. Все нормально, так что очень вкусно. Всем приятного аппетита!